Дорогие друзья, по просьбе подписчиков хочу сейчас вам более подробно показать мелочек про линэ. Это украинский мел, довольно-таки необычный, оранжевого оттенка такой. Он такой вот немного глинистый, поэтому такой у него цвет. Откусывается немного с трудом. Хорошо хрустит. Вкус такой орешковый. Немного побелки. Крупиночка. К зубам не сильно прилипает. Сливочный такой превращается кремчик. Очень вкусный. Видите, какой он оранжевый, красивый. При намокании вообще такой интенсивно оранжевый становится. Спасибо за внимание. Всем желаю хорошего дня.